Привет. И вас тоже. Привет. Леш, то ко мне в магазин, в автомол Березовский надо минут на 10 заскочить. Так что я отстану. Ну мы тоже где-то на заправку еще поедем. Говори. Всем привет, сегодня 14 января. Мы едем дружной компанией на Бородинские Писаницы. Здесь нас уже ждут Володя, Нижний Тагил, Сергей, Кировград. И сегодня впервые с нами Володя, Челябинск. Все, нас уже ждут. Но это не все. Мы ждем еще Дениса из Березовского. Ждем Степана из Новоуральска. И ждем Артемия из Екатеринбурга. Сегодня у нас ожидается 7 соболей. Едем мы смотреть наскальную живопись древних наших предков на реке Реж. Называется Бородинская Писаница. Не переключайтесь, должно быть интересно. Наливайте чай, готовьте булочки. Всем приятного просмотра. Так, ну вот у нас все соболя собрались. 7 штук. Сами мы такого не ожидали. Так, у нас сегодня Нижний Тагил, Кировград, Челябинск, Екатеринбург, Березовский и Новоуральск. Краснодар. Все, едем. Приехали мы. Часовня Николая Чудотворца. Сюда дорога. Пробка, наверное. Подвешки нету. ВДшка есть у тебя? ВДшка? Да. Да. Я тоже вчера последний заград выбросил заград. О! Все, легко и просто. Впереди у нас река. Будем сейчас переезжать через речку небольшую. Блин, я водолаз и котю с тобой не взял.
стоим, чтобы проезжать. Наверное, место может быть больше дать. Надо больше, да. Я думаю, потихоньку в раскачку там прошел бы, а он что-то газанул сильно. Иди поближе поднимай свет. Главное колеса ровно держать. Ставь ровно колеса. Рулить тут бесполезно. Я выведу. Почти. А было бы время низкое, проехал бы без проблем. Надо все попробовать. А? Да, сейчас. Видимо, сейчас все знают. Ну, а смысл, что его мотор мучается? Я остановился, машина как по асфальту пошла. А у тебя какой мотор? Мотор какой? 42-16. Давай, газу, выйдешь. Можно еще газу и вышел бы. Назад и инерцию возьми. И на прямых колесах прям выходи. Давай. Не хватило. А? Давайте вперед, чтобы место его было, потом не проблем. Сега уже не поедет. Я провалилась. Ага, видно. Так, Артемий у нас будет бить целину. На низком давлении 0,5 машинка идет. Денис за ним. Тоже уверенно. Степан тоже решает. Володя прыгает из колеи в колею. Не буксуй. Вова на драйве. Серега лупит. Все, соболя уходят в лес. Так, там Денис что-то рубится у нас. Денис пошел по своей колее. Остальные соболи раскиданы по лесу.
Так, Денис уверенно идет. Сергей замыкает, тихонечко идет. Так, вот Степан у нас упал в колею, и тут уже не получается ее раскачать, надо дергать. О, пошел. Так, Степан у нас немножко по клиренсу не прошел. Сейчас Денис его подернет. Там, где нет глубоких колей. Артемий у нас куда-то учесал вперед. Не видно. Зацепа нет. Так, ну давай сейчас, пока ты Степана не дергаешь, я к тебе что ли подъеду? Я поехал к Артемию. На помощь к Артемию выезжает капитан Алексей. А тут у нас Денис вытягивает Степана из снежного плена. Пара Денис и Степан выехали благополучно. Остается Алексей и Артемий. Пока Алексей достает Артемия, Денис поехал за Владимиром с Челябинска. Попался нам сложный участок. Слева большая колея. Немного снега. Что случилось? А им болт заворачиваем. Я так понимаю, рыковую тропу можно не убирать пока, да? У меня, видишь, короткая, я на мотках сел. Да,
Он не выскочит? Нет. Ну все-таки динамическая нагрузка. Стой! Там есть это, бульонка есть. Ну вот у нас все у Денис на мосты. Ты приехал, капитан Алексеева доставляешь. Челябинск пока сидит, ждет своей очереди. Там сейчас две машины, да? Как красиво стоят. Алексей вытаскивает Дениса. Легко. Легковая стропа работает. А Денис будет вытаскивать Владимира. Все, следующего. Ты выехал? Интересно, еще застрянем. Давайте. Зеркало надо. Ага. Капитан? Так, ну, а? Зеркало, капитан? Зеркало прям делай. Дальнейшие действия. Ну, едем дальше, все же вроде на этой, на твердом. Все. Сейчас Степан строил немного колеса. Все, все на сухом. Так, не можем мы с этого заколдованного места никак уехать. Вот Володя Челябинск у нас немножко опять присел. Ни в какую не хочет травить колеса. И вот мы немножко задерживаемся здесь. Так, не хочет ни в какую у нас оранжевый соболь ехать по колее. Но она здесь глубокая, здесь лесовозы. Я готов дергать. Так, у нас здесь небольшое застревание. Дизель подзастрял. Где-то разборка. А, еще и разборд. Так, у нас разборд. Ледяной капкан. Так и это. Сергей даже не травился, у него разбортировалось колесо.
Сережа пускает колесо, ставит пока запаску. Пластмассовые домкраты. А что вы хотели? У меня 4 колеса с собой. Я их как перебортовался, кинул в багажник, так и лежал. Алексей сбежал от Артемия, чтобы дорогу протоптал. Но я говорю, все-таки он его уговорил ехать вперед. Там у Сережи пластмассовый домкрат. Пластмассовый домкрат? Да. Видимо, в комплекте такой. Не знаю, у меня в комплекте это нормальная гидравлика. Ну такая тоже получится. А мы тоже пустили сюда. Лопатку может подкопать, чтобы сильно... Под колесо. Сильно не копать. А я тоже думаю, что мы с колесом... Давай, принесу лопату. Копнем, чтобы не поднимать высоко. Опа! Куда-нибудь за холм уехали. Артемий, Денис, прием, Володя. А что там, дорог нет? Да, направления как бы нету, непонятно куда ехать. Уехали вперед Артемий, Денис, Володя Челябинск, да, и Денис. Вот, они сейчас там остановились, не могут найти дорожку. Сейчас налево или направо. И туда есть что-то типа следов от дороги. Направо? Пересекаем речку Серебрянка. Ну, спокойно. На мостах? Да, сел. Тут камни, наверное. Это правильное направление. Ты сам сел? Твердый. Мы даже не знаем, где ты. Сейчас будем вытягивать Владимира Челябинск. Немножко подсел, мосты, потому что снег плотный. Как, Сережа, пригодились навыки управления? Алексей, может, попробуем? На Ниве. А, немножко. Немножко осталось. Все получается? Выйдем из леса. У нас солнышко прекрасно. Отличная погода. Душевная компания.
Up. Сергей, ты где? Кировград встал. Где? Степан, а ты Кузьменко, да? Новоуральский. Степан тут борется с ямой, не мешайте. Степан нашел себе приключение. Да тут не яма, тут снега, походу, много. Помощь нужна? Нет. Сейчас раскатает. Короче, где мы стояли, там снег очень рыхлый, очень мягкий. Вот, Денис долго рубился, ну и я так слегка с трудом прошел. Так что я постою, если кого-то надо дернуть, буду дергать. Все, Сега, едем. Все, я подсел. Кто подсел? Это у нас Степан пробивает. Это Артемий достает, доставать будет. Владимир Челябинск. Там Денис глубокая колея впереди. Ну вот видно, что снега почти по бампер, пересекаем лэпку. Артемий, Владимира. Опять.
Там вот целые колеса снега. Ой. Да, прям упал? Вот прям куда-то сюда, то есть вот так вот снизу вверх. Полностью пальцем. Да жесть вообще, просто. Снимаю. Ура! Вот он. Ни разу не постановочная съемка. Ни разу. Они же это маленькие. Ну, нету пальца-то, да? Стандартные. Слушай, ну тот тоже стандартный, он же едет. Есть баллоник, Володя? А зачем стреляла? Ну да. Сейчас Володя будет тащить назад. А Володя погиб, Володя из Челябинска. Я отойду от этого безобразия. Там град есть? Да. Фоны сейчас отключи, чтобы резина не жевала. Все равно это не поможет. Давай на сухонькое его. Газу поддавай побольше. Надо еще шапку Артемия попросить, да. Володе уже отдать. Попросили, а что, пока не согласен. Да? Да, и сапоги. И сапоги? Ага. Что у тебя еще есть? Показывай, сказал. Такого у нас еще не было. Зацепила трос. Закусила. О, о! Сергей, батьки, золотые руки. Резина целая. Только потом все равно наши на монтажку ехать. Это просто закономерность. Кто новенький, острое, первый заезд делает на лямки. Туда и обратно. Я тоже, когда первый раз поехал, обратно на лямки ехал. Так что вот человек первый раз с нами, вот тоже на лямки. Это судьба. Ну что? В следующий раз он не будет на лямки, наверное, ездить. Уже сам будет ездить спокойно. С полным приводом уже приедет. Сейчас вернется в Челябинск, ну, там цены подешевле. Сразу самоблоки поставит, автомат, коробку поставит. И еще что-нибудь сделает, чтобы лебедочку купит. Колеса. Я еще, правда, не купил лебедку, но, кажись, придется скоро покупать. Скоро весна, а там повеселее будет с грязи ковыряться. Пожалейте, лебедки. Здравствуйте, 2 года назад ездили. Это очень много, столько нельзя лезть. Ты что, даже мне запахло. А? Есть. Также 0,5? Нет, 0,7, а нет, давай 0,7. Побольше, ну нафиг эти 0,5. 0,5 это дома будет, за столом. Сделай. Здесь уже давай 0,7, 0,8. 0,7. Каждое колесо нормально. А ты хоть видел, как разбортировался, нет? Ты что взял?
За что будем цеплять тебя? Со второй стороны что? Со второй? Да, с проушим, да. Там есть? Нет, вырвало прям. От болта. Это первый выезд в лес? Собственными силами, да. Первый. А Соболь, это же механика, да? Да. А мотор какой? 42-16. А блокировка? Только задняя. А привод полный, да, подключаемый? Да. Full time, да? Вроде да. Ну, ну, смотри-ка, тут как-то нам интересно. Сейчас Сергей придет, расскажет, научит, покажет, что делать будет. Это зарисовывать, наверное, не вариант. А что, вот это, как-то растет. Да, назад там. Сдавай. Так лямка-то скидывается, она же не привязана, да, что? Полежь. Хорошо, хорошо пойдет, но. На пару килограммов. Что, цепляйте зарисовывать? Дави помалу. Назад. Мы распарковались. Колесо накачали. Похоже, тут еще диагональное вешивание. Чем мы тут одни в лесу? Не можем выехать, еще и батарейка садится. Серьезная ситуация, надо вытягивать и что-то с колесом делать. Че? Не едет-то никто. Мы за гору заехали, связи вообще нету никакой. Мы алёкаем, алёкаем. Так мы так же. Дамкан большой. Че, запас тут привез? Да. А ладно, хоть в этом. Степан, 4 колеса лежит. Ключик на 12 есть? Ты знаешь, Леша, тут столько переключений? А? Тут столько переключений. Да я уж понял. На 2 метрах мы уехать не можем просто. Так неправильно поставили машину. Ну, я замерзла уже просто и есть хочу. Да, понятно. А у Сережи, знаешь, не только разборт, у него еще диагональное вывешивание. Связался тут с этими неедущими, слушай. Они, видимо, что-то меня это надышали на меня. Сглазили. Ты думал, у тебя подкатной? Нет, я оставил его. У Алёши уже до писаницы, да, доехали? И обратно? Да, мы уж там с Денисом все сжигаем. Надо эти чурбачки подставить. Да. Алёша привез запаску. Ставим. Машина поднимается. Вот. Запаску поставили? Запаску поставили, да. Еще и Сережа сам выехал, да? Сережа сам выехал, да, сейчас. Надо развернуться. Все. Вот Сергей у нас сейчас едет за нами. Остальные все должны быть уже на берегу. Так, все добрались, в общем, до места. Сразу же происходит шиномонтаж.
снимают колеса, прогревают ободы, хампы, потому что налетел снег и колеса уже не герметичны. Давай, Серый, грузи так же, сейчас фоткай, как уже память. Пока не спалили. Давай. Давай. Жги по полной. Машина не доехала, а сжег ее. Что за шабаш-то? Это ритуальное жертвоприношение. Да, да, да. Чтобы соба не ломался, надо что-то... Сжечь колеса, юные. И уже никогда не поедешь, пену сломаешь. Нормально его вмяло дальше. Которое именно? Вот это. Сидим мы в машинке, решили покушать наконец-то. Время уже 6 час. И мы не обедали. Долго очень ехали. Сейчас там происходит у кого шиномонтаж, кто-то у костра греется, кто-то шины греет. В общем, сейчас перекусить, попить чай, и надо будет уже выдвигаться в обратную сторону. Вот такой получается соболиный городок. Сергей Кировград. Наш соболечек. Артемий справа. Оранжевый Володя Челябинск. Соболечек Степана из Новоуральска. Денис Березовский. И Володя, вижу, как его. Вот вся банда греется возле костра. Пьют чаек. Едят конфеты. До свидания. Пока-пока. Так, ну все, у нас посиделочки завершились. Время 7 часов, пора выбираться домой. Сглазил немножко. На коротком. Только порадовались, да, что хорошо едем. Так и оставим пути. Как так происходит? Да, что, во время разборки? Да. Да-да. Да. Все, запаску или будем это, попробуем восстановить? А есть запаска? Йо. Запаска надежнее просто будет. Не, так мою хоть хотя бы поставим, пожалуйста. Потом до дороги доедем, и это... Ослабил, да? Не два. Это четвертый раз. Это четвертый? Да. Ого! Осталось еще одно. Как-то какое давление дано? Ты посмотри! Всем очень повезло. Я уже понял. Расход мы и пошли. Да-да-да. Да, всем очень повезло, что у Степана 4 колеса с собой. Да-да-да. Серег, сколько у тебя раз? Ну, два. Потому что... Все, я уже качаю, нафиг. Я говорю, сколько давления это сделать? 3, наверное, с половиной. У Сережи 2 разборта. И у Вовы 4. Кто ведет, чей счет? Ой. Пока Володя уже. Я пошел это. Пока Володя. Челябинск фаворит однозначно. Да-да-да. Я надеюсь, не догоним уже никто. Сегодня что-то слишком много. Такого не было никогда? Максимум 2 раза. Я разнообразил
вашей поездки. По полной программе. Я рад, что вам понравилось. Приезжайте еще. С вами было приятно иметь дело. Найдем поинтересней дорогу, а то тут лайт. Ты опять на глаз покажешь его? Я его перетерлась. Ну что же он? Такого у нас тоже еще не было. Ясно. Мне кажется... Так, назад дергаем, да? Да, назад надо его выровнять. Ни разу не рвали. Динамический трос. Володя сегодня испытал все прелести у провода. Все весело. А что, зато будет что вспомнить. Конечно, а так просто. Как настроение? Отлично. Том. Снега, говорю. О! Ого! Помню, тут Владимиру вырвали проушину, до этого цепляли за рессору. Там, ага, проверь все, чтобы аккуратно легло. Тут мы не тягу там, никакие, а там этот тормозной вроде проходит трубка по мосту сверху. Это пластик. Владимир, взяли на буксир. Они сейчас охереют, когда увидят 7 соболей. Артемий, у тебя полиция на хвосте. Ну, не всех, что ли, сейчас будут всех тормозить. Да, здрасте. Бородинский написал. Перетерла тормозной шланг и вытекла тормозная жидкость. Ой, ох. Это кто-то? Это что, и амортизаторы звездец, да? Ну там, да, что-то. Это было. А, это было? Было. Что, Леш, делать будем? Сейчас придумаем колесо, будем смотреть. В идеале, конечно, нужен шланг. Потому что ехать 300 километров. Потом, когда шланг менять и трубку поправить, мало ли, она обломится. Возможно, отделаемся легким испугом. Повернулся штуцер, из него жижа ушла, шланг целый. Сейчас Денис подтянет штуцер, дольем жижи. Починили? Да. Если бы не помощь друзей, не было бы тормозов. У нас сегодня Владимир из Челябинска. Образец мужества и выдержки в сложных внедорожных условиях. Молодцы, Челябинск. Вова Челябинск. Давайте, да. Капитан Алексей. Ага, бежал. Ты первый поедешь? Да. Денис Березовский. Так, по порядку.
бывший Краснодар. Что вы там, вдвоем едете туда с Серегой? И Степан Новоуральск. И светит мне фонариком Сережа. Кировград. Что, готовьте соболя к поездкам, чтобы мы больше ехали, а не ждали. Да, такое ощущение. Все обратили внимание на нас, друзья. Вот так, чтобы у всех было. Да. Спасибо. Всем до свидания. Всем пока-пока. Спасибо. С воскресеньем. Так, мы еще раз будем. Что вы там? Да, погоди. До свидания. До свидания.